Приветствую вас. Собственно говоря, вот коллега Светлана, да, она очень верно мысль сказала, что ваше состояние не имеет ничего общего с коляской. Вот. Коляска это только предлог, вот, только повод для того, чтобы чувствовать, значит, себя вот, ну, так вот, вот как вы себя чувствуете. Вот, и, соответственно, самый простой способ, вот прям самый простой способ, решить вашу вот проблему, да, это вспомнить о том, что привело вас к тому, что вы выбрали эту коляску. То есть вы же ее выбрали, да, вы сделали свой выбор. И ваш выбор, он, ну, в общем-то, и целом на чем-то основывался. Он на чем-то основывался, он значит, на что-то опирался. Выбирали вы, очевидно, долго. Вот, выбирали вы, ну, очевидно, ну, вдумчиво, да, вдумчиво выбирали. Вот. И я не думаю, что так быстро вы об этом уже забыли. Я не думаю, что, ну, не актуально. Вот уже то, что вы, ну, то, что стало вот причиной, да, ну, вашего выбора. Вот, я не думаю так, честно говоря. Поэтому мне кажется, что ориентироваться вам, ну вот, в первую очередь, надо бы как раз вот на то, чтобы вспомнить, что конкретно послужило основанием для вашего выбора. Вот. Если вспомните это, если, ну, ну, напомните себе это, вот, то проблематика, скорее всего, станет гораздо менее волнующей для вас. Это первое. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Ну, вот вы пишете о том, что вам ненавидите коляску. Прям вот ненавидите ее. Вот. Ненавидите, судя по всему, ну, в буквальном смысле этого слова. И, на мой взгляд, крайне не мешало бы определить, откуда именно ненависть, откуда именно вот
ну, откуда именно ненависть к коляскам? То есть что вот в ней такого? Для вас, что вы ее прям ненавидите. Как она вас одевает? Как это, ну, к примеру, связано с ребенком? Вот. И связано ли это как-то вообще с ребенком? То есть вот с тем, что вы, может быть, хотели детей, может быть, не хотите больше детей, не планируете детей, как вы говорите. Вот. Вот это все очень тоже такой достаточно важный, я бы сказал, момент. Вот, достаточно, ну, достаточно важная ситуация, достаточно важная история. Вот, потому что это то, что вот, ну, определяет вас, это то, что влияет на вас, к сожалению, так или иначе. Вот. И игнорировать это, наверное, нельзя все-таки. Именно игнорировать. Вот. А переключаясь на что-то, вот если мы говорим, да, о том, чтобы вот, переключиться на что-то, вы не решаете свою проблему, переключаясь на, ну, на что-то другое, да, вы не решаете свои проблемы, вы не решаете свои трудности, вот, ну, по факту вы остаетесь в том же состоянии, в каком вы и были, то есть абсолютно ничего не меняется, абсолютно ничего не становится, ну, другим, абсолютно ничего не становится лучше, к сожалению. Вот. Поэтому переключаться я бы вам, наверное, я бы вам не рекомендовал, потому что, ну вот, повод, причине как раз таки того, что ничего это не дает вам. Ну, вы можете, конечно, со мной поспорить, вы можете со мной, конечно, быть не согласны. Вот это ваше, в принципе, право, я не буду навязывать вам. Вот. Ну, свою позицию. Вот. Но тут момент тут такой. Вот. И именно на это нужно обратить вам ваше внимание. То есть вас волнует не столько, да, сам, там, ну, условно говоря, ребенок, сколько вот такая история, как коляска. И опять же, вероятно, что в какой-то степени это нормально, вероятно, в какой-то степени это естественно для вас. Но только вот
как бы проблему, да, это не решает. Именно вот проблему вашу это не решает. К сожалению. Вот. Поэтому вот примерно такой ответ вам можно дать с точки зрения психологии. Такой, ну, получается, как бы, таких вот тут, ну, тут получается два варианта, да, да? Первый вариант — это вспомнить то, зачем вы выбирали, да, то есть вспомнить то, вот, собственно, как вы пришли к выбору коляски. И второе — это вот разобраться с тем, а почему же, ну, почему же вас это так вот сильно волнует, так сильно беспокоит, вот, и так далее. То есть это очень-очень важные моменты, да, которые нужно, найти ответ. Вот. А, возможно, вас, ну, возможно, и скорее всего были некие ожидания у вас. Вот. Именно ожидания какие-то у вас были. Вот. Я так вот подозреваю, что какие-то ожидания у вас были. И они не оправдались, эти ожидания. Вот. И, соответственно, вам от этого, ну, крайне плохо. От того, что вот ожидания не оправдались ваши. Как раз таки. Вопрос только в том, опять же, с чем были связаны ваши ожидания. Вот это очень, очень важный момент, на который вам нужно поискать ответ. Лучше всего это делать в краткий, значит, процесс психотерапии, вот, с психологом, вот. Лучше всего двигаться в этом направлении, чтобы максимально, так сказать, оптимизировать это. Если вы хотите в себе разобраться и там, не хотите, чтобы ребенок как-то вот страдал, да, из-за, ну, из-за того, вот, что вы чувствуете, из-за того, что вы ощущаете, и так далее. Вот. А решать этот момент, конечно, только вы, но ситуация такая. Ситуация такая. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что в какой-то степени это поможет вам решить ваши трудности. Вот. Я желаю вам удачи, я желаю вам успехов. Я надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена. Всего вам самого доброго.